Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volvo XC90. Ремонт задней части. Для ремонта у меня есть три маленькие новые детальки и крышка багажника. Крышка багажника под цвет автомобиля. Хотите проверить историю автомобиля? Можете сделать это вместе с Car Vertical. Сайт работает на многих языках. Итак, сегодня проверим вот эту Audi Q5. Вбиваем VIN-номер, получаем кучу информации. Итак, машина была в ДТП. Смотрим дальше, пробег, угон, была ли такси. Ну и самое интересное, есть фото. Вот машина до продажи, а это уже во время продажи. Если кому нужна история авто, пользуйтесь. Ссылки в описании. Итак, первым делом разбираю и меняю крышку багажника. Разобрал, крышку багажника поменял, теперь вытягиваю. Итак, с вытяжкой я закончил. Теперь удаляю поврежденные детали. Поврежденный металл удален. Несколько деталей я заменю, остальные отровняю. Теперь немного подровняю заднее крыло.
Заднее крыло я доровняю позже. Теперь отравняю удаленную деталь. Теперь все чудненько. Устанавливаю новые и выровненные детали и затем свариваю их. Сварочные работы и работа с металлом закончены. Устанавливаю бампер и фонарь. Моя работа закончена. На эту работу ушло 30 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!